Здравствуйте, прогноз на пятницу. Сегодня обширный антициклон продолжит усиливать свои позиции на Южном Урале. Последний день рабочей недели будет солнечным и потому еще более жарким. А вот на севере региона холодный циклон немного омрачит настроение. Небо затянет облаками и пройдут дожди. В Челябинской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Показания термометров во всех городах зашкаливают и превышают отметку в 30 градусов. В Верхнем Уфалее и Сатке плюс 32. Также тепло и солнечно в Троицке и Карталах. В средней полосе региона в Южноуральске 33 градуса выше нуля. Не отстает и Златоуст, там такая же температура. Больше всего, как всегда, повезло Магнитогорску. 34 градуса со знаком плюс напоминает скорее Турцию, чем Урал. Сегодня в Челябинске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Днем жара ворвется в наш город и будет 33 градуса со знаком плюс. Атмосферное давление при этом выше нормы. Данные Центрофобос. Отличного вам настроения и такой же погоды. Одежда ведущего Джалани Джентили. Кирова 104. Молодежная мода.